первый год. Небо будет. Земля будет. Кажется, что вся земля как будто бы колышется. Стало безумно страшно. И вот тогда, чтобы не струсить, я взяла свой комсомольский билет и обмакнула в кровь раненого и положила в кармаш к сердцу. И вот этим самым я дала себе клятву, что не струшу. Самое главное в первом бою. Потому что если я струшу в первом бою, то я дальше не смогу ступить шага, и меня отправят в передовой в медсанбат. А я должна быть только на передовой, чтобы отомстить за свою кровь лично. И мы наступали. А после боя меня вызвал командир. Ты куда лезешь? Это война! Тебя как мушу расставят! Давай тебя переведу на санчасть. Товарищ командир, я потом прошу, вы не переводите меня. Я знаю, что ты хочешь мне сказать, а всем тяжело на фронте. А сервистам, дангистам, а пехоте вдвойне. И ты хоть знаешь, что такое рукопашный бой? Когда меня штыком глаза в шрот колят, а нет ничего тушат руками. Мат! Стон! Груз стоит! Это не для человека! Человек таким делается! На войне! И для войны это страшно! Молодая! Красиво! 18 лет! Ромашка мы ее звали. Все на передовую просилась, а мы ее берегли. А тут бой. Командира раненого нам подползла, чтобы его перевязали. Тут снаряд! Командир у нас, а я две ноги раскромсала. Несем ее на плащ палатки. Она ревет не от горя, а от отчаяния. Убейте меня, братцы, я жить такая не хочу. Как ты понять не можешь, ты женщина, ты должна любить, ты держишься, а тебя не бегать с автоматом, думай. Никому не поверил. Если кто скажет, что страшно не было. Вот немцы поднялись и идут. Они всегда идут с по локоть закатанными рукавами. Еще 5-10 минут и атака. И вот тут тебя начинает трясти. Но это до первого выстрела, а потом...